Рэм Рок, Sweet Circuit, Giga Glam и Control Alt Magic. И 60 разных деталей, из которых мы соберем полностью куколку и ее наряд. Но самое интересное, эта упаковка для куклы Capsule Chicks, она идет в виде торгового автомата. Сюда можно засунуть монетку и поворачивать, чтобы выпал сюрприз-шарик. Hey. Снимем Юаночку. Ух, так намного ярче. Кстати, эти куклы идут для девочек от 6 лет. И кроме такой огромной большой упаковки, есть еще маленькие упаковочки с куколками. Все те же 4 куклы, но у каждой будет разный вид. Вообще, в результате может получиться более 4 миллионов разных видов кукол. И поэтому у каждого куколка будет уникальная. Итак, открываем наш торговый автомат. И первым, что мы здесь видим, это чек-лист. 2 куколки и 2, всего 4. И у каждой разная прическа, разные головные уборы и разный аутфит вместе с аксессуарами. Вот какой самый крутой наряд должен быть у Sweet Circuit. И самый крутой наряд у Giga Glam. И 8 вариантов причесок у Rem Rock. 8 вариантов нарядов и 8 вариантов аксессуаров вместе с обувью. Так же, как и у Giga Glam, 8 причесок, 8 разных аутфитов, 8 нарядов и 8 аксессуаров с обувью. Кстати, я посмотрела в Google и очень много запросов на Capsule Chicks русалочка. Это как раз Ctrl-Alt-Magic. Но, если честно, она мне тоже нравится. И вот эта вот единорожка. И хрустальные волосы с хвостиками. Крылья бабочек. И юбка с полумесяцами звездами. А ее самый роскошный вид будет выглядеть примерно так. Ну, если вы готовы, ребята, то поехали доставать сюрпризы и собирать этих супер-супер крутых куколок. Загружаем монетку, поворачиваем циферблат. Ух! И первая сюрприз-капсула. Сюрприз пакетиком. Внутри написано Capsule Chicks. И внутри пакетика голова куколки с зелеными глазами, зелеными бровями и подставочка. Похожа на Rem Rock или Sweet Circuit. Поцелуйчиком. Вращаем дальше. Фиолетовая капсула. Сюрприз пакетиком. Ой, а здесь сюрприз пакетик другой. Наверное, это для другой куколки. А может и нет. Внутри... что это? Юбочка серого цвета, наполовину прикрытая прозрачной блестящей тканью с рисунком розочек. И еще кое-что здесь. Ножки. И посмотрите, здесь какой-то рисунок. Как будто бы ножки сделаны из какой-то микросхемы. Ее ножки сгибаются вместе голеностопного сустава в коленях. И именно здесь она будет соединяться с туловищем. А также красивый платочек. Тоже с розочками. Я думаю, что эта часть идет для куколки Giga Glam. Продолжаем крутить наш автомат. Еще одна фиолетовая капсула. И сюрприз-пакетик тоже похожий. Может быть, фиолетовые капсулы специально для какой-то одной куколки? Проверяем. Я думаю, да, потому что сумочка идет в виде розочки. Она такая перламутровая. Еще здесь туфельки. Тоже такого же грязного фиолетового цвета. И на каблучках сзади розочки. Значит, в пакетике с туфельками обязательно идет аксессуар. Вращаем циферблат. И на этот раз розовая капсула. И проверим сюрприз-пакетик. Нет, сюрприз-пакетик такой же. А вот что внутри? Туфельки для другой куколки. С сердечком сзади. 2 туфли. И аксессуар. Сумочка-кошелек в виде бантика. И желтые часы. И сбоку видно, что капсулы бывают 4 видов. У нас были фиолетовые, розовые, еще есть голубенькие и желтенькие. Вращаем циферблат. Голубенькая капсула. И это уже, я думаю, идет для следующей девочки. Поэтому не будем путать. Симпатичная мордашка со звездочками под одной бровью. Звездочки еще и в глазах. И блестящий фиолетовый блеск на губах. И подставочка. Продолжаем вращать. Фиолетовая капсула. Здесь у нас что-то для куколки Giga Glam. Подставочка. И... голова. Какой у нее взгляд. Точно, это Giga Glam. У нее помада голубого цвета и взгляд такой со слегка прикрытыми веками. У нас почти все есть: голова, ножки, юбочка, туфельки, подставочка, аксессуар. Вот только нету верхней части тела. Постараемся найти. Фиолетовая капсула опять. Я думаю, эта верхняя часть тела прячется как раз именно здесь. Да! Вот ее смешные ручки. И тоже здесь рисунок, как будто бы она сделана из какой-то микросхемы. Сзади какой-то выключатель. И розочки на плечах. А сверху платьишко как будто бы из чешуи. Теперь мы можем собрать нашу русалочку. Сначала туфельки. Раз.
Два. Юбочка. Верхняя часть тела. Голова. Ой, нет! Мы не можем ее полностью собрать, потому что у нее еще нет волос. Хотя сумочка уже есть у нашей русалочки. И подставочка есть. Поставим ее пока сюда и поищем волосы для нее. А эта капсула для другой куклы. Опять ножки и опять с рисунком микросхем. Очень интересно, как будто бы мы создаем свою собственную куклу. А это юбочка розовая, такая легкая, красивая. С оранжевой вставкой и рисунком сердечек на ней. Такая трехслойная юбочка с фиолетовым поясом и бантиком. Точно, как я и говорила, это должна быть цирковая девочка, Sweet Circuit. И у нее даже сердечки на щечках и губки в виде сердца. Вращаем. Опять для Sweet Circuit. О, ее верх красивый, красивый верх. Здесь у нее уже идет какой-то браслетик. А, она показывает мир всем. Кстати, кто не знает, нужно показывать вперед, а не наоборот. Наоборот, это очень грубо. Вот так вот нельзя показывать. Ожерелье с сердцем, сердце на груди и роскошными плечиками, как верх. Значит, мы можем надеть юбочку, соединить с верхом. Соединить голову. Не хватает волос. Но она такая симпатичная и без волос. Только нужно ей еще надеть туфельки. Красотка. Не забыть про сумочку. Закрепим ее на подставочку. Подставка держит ножки. И две куклы у нас почти готовы. Обе лысенькие пока. Посмотрим, может быть, здесь мы найдем волосы. Нет. Это голубенькая капсула совсем для другой куколки. И сюрприз в пакетике прячется обувь с аксессуарами. И эти беленькие туфельки, ой, такие симпатичные. Со звездочками и интересным каблучком. Босоножки на высокой платформе. Еще есть сумочка в виде звезды. И также часики. Продолжаем дальше собирать. О, только подумала. Наконец-то первая желтая капсула. И значит, с этой капсулы мы начинаем собирать новую куколку. Что это, брелок или сумочка? Бриллиант с крыльями. Кстати, если здесь перетянуть веревочку или цепочку, можно сделать себе красивый кулончик. Модные темно-фиолетовые туфельки, также с бриллиантиком. И опять часики. Собираем дальше. О, опять желтая капсула. И вот, наконец, она идет с подставочкой. Открываем. Подставочку в сторону. И, наверное, здесь волосы. Да, так и есть. О, какие волосы. Длинные, пышные. Все это сделано из пластика, конечно же. Что это за крылья? И челка. А впереди, посмотрите, на лбу у нее свисает такое милое фиолетового цвета ожерелье с бриллиантиком. Еще у нас не все есть. Вращаем. Опять желтая капсула. Здесь что-то маленькое. Вверх у нашей куколки. Хе-хе. Она рокерша, поэтому и собрала так пальчики. Теперь ей нужны ножки, а эта капсула для другой куклы. И также с подставочкой. Значит, здесь для нее идут волосы. Так и есть, белые переливающиеся волосы. Мне кажется, мы создаем не просто куколок, а каких-то роботов. Почему-то мне так кажется. И это у нее сверху нимб и звездочек. Ну, давайте тогда соединять. Раз, Ctrl, Alt, Magic. Это было два, и это... Три. Ага, первая голова готова. Голубенькая капсула, ножки с рисунком микросхемы и пластиковая радужного цвета юбочка. Надеваем. Теперь нам сюда нужен еще верх. Продолжаем искать дальше. Опять голубенькая капсула. И, наверное, сейчас мы соберем первую куколку, потому что у нас здесь уже есть верх. И что-то еще для верха. Накидочка с белым меховым воротником. И здесь на блузочке у нее такая огромная белая вставка, похожая на бант или воротник. Залезай, залезай, залезай. О, теперь соединяем снизом туфельки беленькие. Обожаю такие часики. И голова. О, подставочку вот сюда. И она должна держать две ножки. Вот какая первая куколка. Только ей еще нужна сумочка. А другая ей завидует, ведь у нее совсем нет волос. И подставочку ей надо поменять. Видите, я сделала ее из обычной капсулы. Ничего, не переживай, сейчас найдем. Вот как раз и фиолетовая капсула с фиолетовой подставочкой. Здесь, я думаю, волосы, потому что пакетик очень большой. О, какая красивая прическа. Да, огромный венок из роз. И задняя часть волос. Теперь мы можем завершить нашу куколку Giga Glam. Смотрите, она прям как настоящий робот. Соединяем заднюю часть волос нашему роботу. Челочку. О, уже куколка. И веночек. Она такая хорошенькая и симпатичная.
насыщенная получилась. Меняем ей подставочку на нормальную. Ха. О, я очень рада, что у меня появилась такая красотка. Еще нам капсулы нужны. Опять желтенькая. И здесь что-то мягкое, наверное, юбочка. И, наверное, для куколки-рокерши. Да, это как раз ее цвет. Желтенький снизу, фиолетовый сверху. Фиолетовые лепестки просто. С прозрачной снизу юбочкой. С рисунком каких-то растений блестящих. И еще у него, ребята, здесь есть ножки. Все, теперь мы можем собрать нашу куколку. Наверное, будет правильным сначала надеть ей туфельки. Затем, наверное, юбочку. Поверх юбочки еще одну юбку с лепестками. И прозрачную. Потом вверх. Нет, у нас не все готово. У нас же нету головы, самое главное. Ну хорошо, продолжаем поиски. А это розовая капсула. Значит, Sweet Circuit у нас будет полностью собрана. Огромный пакетик. А значит, здесь прячутся ее волосы. О, это украшение. И вот какая у нее прическа будет. Ей также надо поменять неправильную подставочку, которую я и сделала. И засунуть правильную прическу сзади. Нашему роботу спереди челку и украшение. У нас собралось три куколки. Все три куколки теперь собраны. Больше всего мне пока нравится Glam Giga. А вот не хватает нам всего лишь головы для куколки-рокерши. И больше здесь нет ни одной капсулы. Итак, давайте ее соберем. Посмотрим на ее прекрасное личико. Она нам подмигивает. У нее здесь ромбик нарисован под одним глазиком. Губки, помада темная-притемная. И соединим ее с остальной частью тела. Включая волосы, челочку. Не забыть про часики. Закрепим ножки и сумочку. Вот какие симпатичные куколки Capsule Chick смогли с вами собрать из этой огромной-огромной коробочки. Из них мне больше всего понравилась Giga Glam. Удивительные куколки, которые созданы, чтобы быть уникальными. И их можно собрать более 4 миллиардов разных видов. Снимем пленочку. Упаковочка выглядит похоже на торговый автомат. Открываем здесь. Оп. И сразу внутри у нас идет какой-то интересный буклетик. О, наверное, это все про нашу куколку. Итак, этот буклетик очень похож на журнал для девочек от 6 лет. Такую мы уже видели, модную Control Alt Magic. О, мне нравится вот такой вот интересный плащик. Что это за девочка? Наша русалочка. Make a splash. Ее аксессуары. Наряды можно менять. Эти куколки двигаются. Разные причесочки для одной девочки. Мне очень хотелось бы, чтобы одна из кукол попалась мне с крылышками. Ах, а это Giga Glam. И Sweet Circuit и Remrock. Итак, какая же Control Alt Magic нам сегодня здесь попалась? Уже что-то пытается выпасть. Открываем. Голубенькая это подставочка. И сюрприз-пакетик. Capsule Chicks. А внутри... О, верхняя часть туловища с крылышками, как я и хотела. Да еще к тому же не простыми, а золотыми. На белой футболочке сердце с поясом Сатурна. Вращаем дальше. Еще одна капсула. О, и тоже с подставочкой. Интересненько. Сколько здесь кукол попадается? Одна или две? Здесь уже другой сюрприз-пакетик. И в нем прячется сумочка со звездочками, а также сапожки на высокой платформе с серебристыми шнурками и розовым мехом наверху. Вращаем дальше. Еще капсула. Смотрите-ка, все капсулы одинаковые, все идут с подставочками. Ну-ка, ну-ка. Оп. Ага, открываем. Здесь у нас голова и подставочка. Какое симпатичное у нее личико. Черные глаза, в глазах звездочки. Брови тоже черные. И красные губки. Сколько же здесь всего капсул? Это у нас четвертая. Так, пленочка. И сюрприз пакетик. О! Юбочка. Ой, какую я и хотела, прозрачная. Полумесяцами и звездочками. И ножки. Они сгибаются в коленях и около сустава. Ой, вращается, сгибается. Еще здесь есть капсула. Вылезай.
Все, это последнее. Пленочка, пленочка. Открываем. И что же в пакетике? А тут, ребята, ее волосы розового цвета. А еще золотой нимб. Теперь мы можем собрать эту куколку робота и надеть на нее красивую прозрачную юбочку. Ножки. Наверное, сначала наденем на них сапожки. Раз, два, затем юбочку. Так здорово. Вверх, голова, волосы сзади и волосы спереди, сверху ним и, самое главное, часики. Сумочка, подставочка, которая крепится на один из этих дисков. Вот какой первый робот появился на этой выставке. Что может быть круче этих крутых Capsule Chicks? Неужели эта куколка Giga Glam так превосходна? Распакуем. Еще один торговый аппарат. Открываем снизу. И вновь журнал с Giga Glam на обложке. Вот это мне нравится. Также мордашки у Capsule Chicks. Вот какие аксессуары у него могут попасться. Ее наряды. Ха-ха. Get the look. Hair goals. Вот еще что она может одевать. А здесь также есть Sweet Circuit, Ctrl-Alt Magic и Ramrock. Мне уже интересно посмотреть, какая куколка нам здесь попадется. Первая капсула. А здесь капсулы наполовину фиолетовые. Убираем пленочку. И сюрприз-пакетик. Что здесь внутри? Верх этой куколки. Мне кажется, она в каком-то платьишке должна быть. Очень красивый верх. Посмотрим, посмотрим. Следующая капсула. Пленочка. И пакетик. И внутри голова. О, у нее точно такое же личико. Дальше. Третья капсула. Сюрприз пакетик. Ой, какие туфельки внутри. Золотые. А это сумочка. Еще туфелька. Сумочка-кошелечек. Здесь она закрывается. А туфельки с драгоценным камнем. Точно у нее какой-то вечерний наряд. Четвертая капсула. И здесь что-то большое. Может быть, ее волосы? Да. О, нет. Вау. Какая юбка блестящая, бирюзовая, шикарная. И снизу ее ножки. Мы можем уже соединить ножки с туловищем. На ножки можем надеть туфельки. Раз. И два. Голову. И нам нужны волосы. Вот. Это последняя капсула. Сюрприз пакет. О, какие блестящие! Половинка блестящих бирюзовых волос. И другая половинка челки с пером. Ой, с перьями. Два пера блестящих. Просто шикарно. И легко отлетает все. Голову на место. Челочку на место. И юбочку с ножками тоже на место. Ой, какая она красотка! И вправду, мне кажется, это, наверное, самая крутая куколка из всех. Она самая блестящая. Не хватает только желтой сумочки. Пожалуйста, пока-пока!